Песня называется «Наше время». Микрофон, пожалуйста. Песня называется «Наше время». Вот. Суждено, но все же убиваем время, исследуем морали дно, уничтожая жизни бремя, запреты и проблемы чуя, в тюремной камере душа себя осознанно спиртуя, копаемся и ждем конца. Знаний, сила, свет, учения не сделали мудрее мозги. И жизнь нас плохо научила, что все мы будем старики. Поем мы песни с двойным дном, о чем, о ком не знаем сами. Вокруг давно царит дурдом, и свет и тьма нас ждут с весами. Прошу покой, их ложью время заливает. Мне для победы так порой банально веры не хватает. Как трудно верить, но молюсь, пощады я прошу от Бога. Для всех любимых мною душ пусть пьют из изобилия рога. Надеждой голод утоляю, любовью напоив нутро. Костюм и шляпу надеваю, почистив туфли и пальто. Иду, курю, куда не знаю, нет в голове моей ответа. Спешить зачем-то начинаю, а время ясно, скоро лето. Ответа. Спешить зачем-то начинаю, а в небе ясно, скоро лето. Спасибо. Что-нибудь поживее. Песня называется «Души». Уже не сыщешь, а на ветру, там над рекой витает.
бродить, бросая тени. Ветер крепкий, гонит тучи, а мы не знаем, а может мир тот самый лучший, но страдаем. Не желаем с телом бренным расставаться, а многим разрешили оставаться. А на ветру, на воде витают души, уходить и в мир иной, но послушай, не хотят. Они туда привыкли, в теме, по земле, ходить, бродить, бросая тени. Бросая тени. Спасибо. По две. Да, первый круг по две песни. Все. Андрей Калединов. Правильно? Да, правильно, спасибо большое. Все. Так, сейчас я приглашу Алексея Соловьева. Алексей, ты будешь на своей гитаре? А? Да угощу я его. А, хорошо. Тогда будет переходящая гитара, потому что, наверное, потом Митя Флоренский сможет сыграть? Да, тоже? Конечно, возможно. Хорошо. Вот, это у нас сейчас...